Самаре отмечают Международный день птиц. Он празднуется более 100 лет, с 1906 года. Праздник прошел в зоопарке. Дети подготовили 30 скворечников. Авторов самых уютных, креативных и наиболее понравившихся публике наградили специальными призами. В регионе проживает больше 100 видов птиц, от корольков до лебедей. По традиции, в апреле они возвращаются с юга обратно в Самарский регион.